Чуть больше 1400 человек получили микрокредиты в прошлом году в Жамбылской области. Средства на реализацию проектов предоставил жителям фонд финансовой поддержки сельского хозяйства в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек». Благодаря финансированию жители региона открыли свое дело и активно начали развивать растениеводство и животноводство. Ветеринарный врач Айбек Ибрагимов долгое время мечтал начать свое дело. Молодой специалист планировал открыть аптеку и ветклинику, но реализовать задуманное не хватало средств. Почти год назад мужчина обратился в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и по программе развития продуктивной занятости получил кредит. На 6 миллионов тенге ветврач закупил необходимое оборудование и в селе Кулан Турар-Искуловского района открыл ветаптеку с клиникой. Сейчас от четвероногих пациентов нет отбоя. Только за консультацией к молодому специалисту обращаются сотни жителей. Хороший шаг для нас такой был. Прям поддержка почувствовалась, так как у нас не было финансов для стартапа. И очень хорошие условия были, и проценты низкие. Не сильно затрудняемся платить, да. На встречу идут. Для реализации прорывных проектов по программе развития продуктивной занятости в прошлом году в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства поступило чуть больше 5 миллиардов тенге. Сумму освоили полностью. Микрокредиты получили свыше 1400 человек. Средства затратили на развитие растениеводства, животноводства и открытие своего дела. Микрокредиты по программе выдаются под 6% годовых, а для малообеспеченных и многодетных семей под 4% годовых. Разница нашего общества от банка второго уровня – это низкие процентные ставки, предоставление льготного периода и гибкие графики, индивидуальный подход к каждому клиенту в зависимости от вида деятельности. Удобная залоговая политика для сельских жителей, быстрое и качественное рассмотрение кредитных заявок. В этом году микрокредиты через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства получили почти 360 человек. Они намерены реализовать ряд проектов и открыть новые рабочие места. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Хатилла, Жамбылская область, Хабар 24.